Последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд – залог успешного развития экономики. Более полувека Россия и Украина отмечают этот праздник, отдавая должное самоотверженному труду славной многотысячной армии горняков. И сегодня ветеранов шахтерского труда в преддверии их замечательного профессионального праздника – Дня шахтера – поздравляли представители общества с ограниченной ответственностью, доставка пенсий и пособий. Мы решили продолжить нашу ежегодную традицию чествования заслуженных горняков. В преддверии праздника Дня города и Дня шахтера очень важно дарить этим людям внимание и заботу. Мы дорожим каждым клиентам и хотим пожелать всем жителям, всем пенсионерам, всем горнякам здоровья, благополучия, счастья, удачи, везения в жизни и самое главное – крепкого-крепкого здоровья. Ну, все равно вы выглядите на пять. Здравствуйте. Проходите. Позвольте поздравить вас с праздником, Днем города, Днем шахтера, и выразить вам свою благодарность за то, что вы нам доверяете, являетесь нашим клиентом. Мы будем стараться делать самым комфортным получение пенсии для вас. Спасибо большое. Спасибо вам. Мы вот тут делегация к вам приехали, поздравить вас с наступающим днем рождения. Спасибо. Завтра день города у нас и праздник, день шахтера, вот мы приехали. Это вам поздравление от Путина Владимира Владимировича, президента. Да. Да. И от всей души, конечно, вот мы и от я приехала от организации, которая называется Общественный совет при МВД на Вашахтинском. Вот тоже коллеги передают вам искренние пожелания здоровья. Вы такой бодрый. Я вообще не ожидала, что как бы мне говорят. Да вообще, слава Богу, что вы до таких лет дожили. И... Через левое плечо. Да. Слова поздравлений, теплые пожелания и подарки – все это для людей, чей самоотверженный труд стал основой развития Донского края и угольной отрасли. Дорогие шахтеры, с праздником вас! Счастья вам и вашим семьям, благополучия, удачи в любых начинаниях и, конечно, здоровья. Я хочу всех шахтеров и не шахтеров, всех жителей города Новошахтинска, которые здесь сейчас проживают, поздравить наступающим праздником, Днем шахтера, с Днем города. Пожелать всем крепкого-крепкого здоровья, чтобы в семьях был порядок, чтобы семьи были крепкие, чтобы детишек было много в городе. Вот тогда город будет нас жить.